Александр Васильевич, у вас с победой. Пожалуйста, можно комментарий по сегодняшней игре? Спасибо большое. Да, по комментариям по игре. Тяжелая была игра. Спартак нас полностью переиграл. Просто мы использовали два момента по ветру. Погодные условия здесь были такие, что ветер очень сильный. А так, благодаря мы провели два тайма в обороне. Полностью доминировала команда «Спартак» в семье. Он и по игре, наверное, находится самый лидер. Ну, самая сильная команда на данном этапе. В этом году «Булат» показывает хорошие результаты. Есть ли задача у команды выхода в премьер-лигу? Наша задача – дожить до конца чемпионата. У нас по финансам тяжело. Ребята играют, хотят заработать свою фамилию, подписать более выгодный контракт. Играем на победу в каждой игре, учимся играть в футбол. А получается или нет, самое сильное. Спасибо.